Местное зрелище надо раскрасить. Надоевшие всем строительные ограждения в Нижнем Новгороде начали превращать в арт-объекты. Вот, например, на синем заборе на улице Максима Горького появились первые баннеры. На пробном плакате изображен наш именитый земляк, писатель Максим Горький. А по соседству с ним картина Николая Рериха «Шепот пустыни». Кстати, это полотно является жемчужиной коллекции Нижегородского художественного музея. Такие плакаты не только скроют неприглядные стройки, но и интеллектуально обогатят нижегородцев. Олег, вы являетесь руководителем креативной группы, которая сейчас разрабатывает этот проект. Раскройте секрет, где и когда мы сможем увидеть его новый баннер. Стараемся сделать такой очень красивый арт-город, в котором будут показаны великолепные произведения искусства, хранящиеся в наших музеях, наиболее интересные факты из истории Нижнего Новгорода и много всего красивого. Этот забор будет полностью закрыт, и еще на очереди два забора в центре города. Получается, благодаря синим заборам, а точнее баннерам, которые будут на них размещать, наш город превратится в музей или библиотеку прямо под открытым небом. А еще хочется верить, что новые плакаты не станут жертвами уличных вандалов.